Зупиняєте ще раз геморой? Проктоглівенол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Йдем, йдем, аккуратно, тихонько, ступеньки, ступеньки, аккуратно. Молодец, молодец. Так, что тут? А, так, номерочек. Так, так, так. Ага. Есть. Ого, ага. 145-е? Ну. Ничего себе очередь. Такое впечатление, что на карантине людям, кроме этого, больше нечем было заниматься. Ну так а чем еще заниматься-то? Они ж взяли, на карантин всех в марте усадили, потом отопление рано выключили. Греться-то как-то надо было. Девушка, а вы давно ждете? 9 месяцев. О, ничего себе, вы сразу после зачатия, что ли, очередь занимали? Не, девушка, я не про ребенка, я про очередь здесь. 2 недели. Но я уже 47-я в очереди. Так что попытаюсь родить хотя бы на 10-м месяце. Викус, поехали дома родишь, а? Если что, я роды приму, у меня опыт есть. Саша, я не кошка. Да какая разница? Там что, главное пуповину вовремя отгрызть и все это антисептиком протереть. Я тебе сейчас горло перегрызу и все, понял? Не надо, ну что ты начинаешь? Вообще я тебе советую. Ты малого придержи там немножко, чтоб родила ровно на Новый год. Так мы ему на 2 праздника 1 подарок дарить можем. Сашенька, ты именно со мной такое и проделываешь. Хотя у меня день рождения в апреле. Чего они там так долго? Они что там, рожают что ли? А, ну да. Пойду гляну, что они там делают. Куда? Я тебе пойду гляну. Родить, Сашенька, это намного тяжелее, чем зачать. Тут больше 3 минут надо. Да ладно, зато как я метко. С первого раза. Осторожненько. Вот тут у нас все. Егор, ну ты же мне пообещал, что рожать я буду в Майами. Яна, ну какие Майами? Тут в Молдову даже нельзя. Давай. Ну поехали тогда в другой роддом. Ну, какой роддом? Ты что, не слышала, какая ситуация в стране? Все переполненные. Ну, давай. Поехали хотя бы в частную. Ну какой? Частные тоже все переполненные. Все же разобрали прокуроры, депутаты. Ну давай, давай. В смысле? Ну, у них тоже рождаются дети. Ну, пойдем, пойдем. Давай, иди. Это хорошо, что у тебя схватки начались в пятницу. В выходные тут вообще закрыто. Все? Все, аптеки и супермаркеты работают. Погнали в супермаркете рожать. В виноводочном отделе сразу обмоем. Саш! А, вы, мужчина, присаживайтесь. У вас тоже пузо нормальное, я понимаю. Ты дурак, что ли? Егор, ну сделай хоть что-нибудь. Ну что я тебе сделаю? Ну, хочешь, я переименую этот роддом в Майами? Будешь рожать в Майами. Хорошо. Вот, только пообещай мне, что наш ребенок никогда не узнает, что он родился здесь. Я тебе обещаю, в свидетельстве о рождении у него будет стоять лучшее место в Украине. Печерский суд. Точно. От! У нас правительство. От же шо же, а? И не говори. Вначале всех, значит, усадили, чтоб все дома детей зачинали. Угу. Потом роддома позакрывали, чтоб все дома рожали. И не говори. Удаленка у всех. Учатся по удаленке, работают по удаленке. Я говорю, заткнись и не говори, ты мешаешь. Ох. Мне срочно нужен врач. Мужик, ты куда? Вы неужели не видите? Ты что, у тебя схватки, что ли? Хуже. Вздутие. Так иди вздувайся куда-то в другое место. Так нигде не принимают. И я думаю, что если я сейчас не разражусь, я могу лопнуть. Иди, давай, дуй в Феофанию. Там как раз место есть свободное. Пароль, мы все президенты. Давай. Вот не завидую я тому, кто у него роды будет принимать. Ой, Егор, кажется, начинается. Так, мужик, пропусти без очереди, я тебе на памперсы дам. Я уже памперсами не пользуюсь. Это не тебе, это ребенку твоему. А у меня еще нет ребенка. Это у нее он.
Вот ей и передай, да. А, окей, хорошо. Давай, давай, давай. Слушай, ты что, вообще вот. Обалдел, Саша? Да какая тебе разница, 145-я ты или 146-я? 145-я? Так, вот. Блин, у меня такими темпами денег не хватит. Я с такими темпами в очереди рожу. Слушай, поехали домой, а? А потом приедем, по скорой родишь. Саша, я хочу хотя бы одного ребенка родить в киевском роддоме. А что, до этого рожали за границей? Да, за границей. За границей реальности. В лифте и в такси. А у вас, кстати, кто будет? Мальчик. А у вас? У нас бубновый валет. Чего? Ну, мы просто во время карантина на УЗИ не попали, мы к гадалке пошли. Валет! Здрасте! Здрасте. Кто крайний? Не, если вы по поводу этого беспредела в стране, то там крайних не найдешь. Не-не, я по поводу очереди. А, вообще мы. Да. А это что, обе ваши? Обе. У тебя что, это, двухстволка? Или одну просто рикошетом зацепило? Да там такая история, нас же весной на карантин закрыли, и мы месяц просидели. А чем там еще заниматься? Так, а кто из них, извините, ваша жена? Ты что, если жена узнает, она меня вообще убьет. Да. Слушай, это прикольно. Если каждая из них по двое не родит, это можно материнский капитал в банк положить и, блин, до конца жизни на проценты жить. Вика! Саш, ну... Слушайте, такая очередь здесь. А поехали, девочки, в караоке. А чё, там сейчас тихо, шумоизоляция, чисто. Наверняка какой-нибудь доктор найдется. Пошли, пошли. А то здесь много народу. Куда? Может, мы тоже поедем караоке рожать? А чё, родишь под белые розы, белые розы. Саша, если ты не заткнешься, будешь рожать под поляковую дидю. Ой, нигде не принимают даже ваши виды Феофании. Мужик, я тебе сказал, сюда тебя тоже не пропустят. Да я не к вам. Я вот, мне талончиков оторвать надо. А то у них даже в туалете туалетной бумаги нет. Ох. Егор, ты слышал? Что? Ты слышал, что здесь вообще происходит? Нет, все, полетели давай. В Дубае я даже готова на борту самолета родить. Так какие Дубаи? Ты что, мы максимум в Одессу можем полететь. Хорошо, полетели только на Люфтганзе. Летай только МАО. А вот это, конечно, стрёмно. Да, родить можно еще на взлете, так что посиди. Егор, пообещай, что когда малыш родится, то праздновать его рождение будем в ресторане. И не могу я тебе такого обещать. Скорее всего, прямо в роддоме накроем. Вот, да, недавно у кума Кристины были. Прямо в церкви накрыли, было очень удобно. О, пойду очередь куда? Занимать. Куда? Ну, очередь на Кристины. Я тебе сейчас на отпевание займу. Доктор, куда вы меня везете? Что значит куда? Выписываем мы вас. Поздравляю с рождением мальчика. Как выписываете? Ну, а как? Ребеночек абсолютно здоров, а мне вас все равно положить некуда. Ну, у меня же двойня. Ну да, придется через неделю родите второго. Вот. Вот здесь, кстати, можете сразу и талончик на второго взять. Так, кто следующий? Доктор, а можно мы без очереди? Плачу $1000. Слушайте, я думаю, при всем желании, ну, ничего не смогу я сделать. Ну, столько народу. Максимум, что могу сделать, так это, ну, не знаю, схватки попридержать. Вот. Хотя нет, завтра народу еще больше будет. 9 месяцев назад в этот же день метро остановили. Егор! Что? Кажется, началось! $5000! Ого! Если честно, я немного по-другому себе представлял поддержку отечественной медицины. Ну, хорошо. Доктор! Что? Второй пошел! Ага, все, значит, сейчас она, потом вы. Талончик! Есть талончик, хорошо, отлично! 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 Ай, Саша! А что? Мне кажется, у меня воды отошли. Ой, у меня! Принеси воды еще! Что делать, мужик? Тихо, тихо, тихо!
Тихо, успокоились. Не паникуем. Все нормально. Я знаю, что надо делать. Так, значит, беги сейчас за коробками картонными и теплые коврики купи. Давай, быстро. Подожди, какие коробки? Большие, желательно, с подхолодильника такие. Саша, мы не кошки! Спокойно! Там без разницы, там процесс один. Егор, ты слышал, что у меня будет принимать роды человек, который принимал роды у кошки? Не просто человек, а опытный специалист. И мои услуги стоят $10,000. Сколько? 10. Не нравится, можешь сам принимать роды. Да блин, ладно, что неси? Давай, коробок, побольше коробок. Тихо. Валерьянки возьми. Спокойно. Последний день года, 31 декабря. Так, это, наверное, Галина Кондратьевна, так быстро. Большое, праздничное. Всех вам благ! Новогоднее шоу-концерт. Тут такая тусовка намечается. Дизель-шоу. Это самое доброе шоу. Это ваше любимое шоу. Это самое лучшее шоу. Из всех. На нашем YouTube-канале.